Молодец. Ты всем нам помог. Спасибо. Вот тебе обещанная броня. Но, как видишь, у нас проблемы. Слушай, пока тебя не было, на поселение напали. Кучка каких-то неизвестных бандитов. Они ничего не взяли, просто пришли убивать. У нас есть раненые, а медикаменты подходят к концу. Мне снова нужна твоя помощь. За холмом есть еще одно поселение. Это друзья, хоть и держатся особняком. У них есть то, что нам нужно. Передай письмо Риктору. Он все сделает. Если поможешь, я попрошу механиков в городе подогнать тебе багги. Что скажешь? Спасибо.
У тебя действительно есть все, что нужно? Боеприпасы, крылопалки? Если нет, поговори с Халиком. Он там, под старым знаком. Тебе надо найти поселение нефтяников и принести оттуда медикамент. Поспеши, если на нас снова нападут. Припасы нам так понадобятся. Спасибо. Бандюги. Толчки, пока все поселение не провалилось. Нужно затыкать еще одну дыру. У нас время на исходе. Отправляйся туда и выясни что-то. Я же поднимусь наверх. И еще. В округе довольно много мутантов. Будь там начеку, ладно? А, меня зовут Сара. Не забудь. Yeah.
Thank you.
Нехорошее предчувствие. Бандиты, с которыми ты столкнулся, называют себя поджигатели. Кучка психованных ублюдков. Пару лет назад полсотни метров нельзя было пройти, чтобы не нарваться на них, но через какое-то время они почти исчезли. Можно было услышать, как люди рассказывают о совершенных ими зверствах то там, то здесь, но точно никто сказать не мог. Мне удалось подслушать их разговоры о неком нефтезаводе. Он имеет какое-то отношение к фильтриту и нефти. Все это связано с поджигателями, может, это чушь, но нам нужно выяснить наверняка. Отправляйся туда и попробуй выяснить что-нибудь об огненной буре. Встреть меня в источнике, когда справишься. У меня в джекпотах есть парень, который кое-что знает. Вот, возьми это. Может пригодиться. Там же есть пара улучшенных патронов. Видел, что случилось с этими поджигателями? Здорово, да? Тебе надо найти поселение нефтяников.